хоть сам знает. Сейчас будет бороться. Разогрелся? Да. Замучился? Замучился. Нет, да? Делает все, но делает не умеет, да? Естественно, тяжело. Что-то умеет, что-то не умеет. Разогрейся еще. Возьми... А, там чучело. Так. Возьми там чучело. Сделай пару бросков. Дай. Что? Оттуда чучело. Возьми побольше. Ну что это за бросок? Ну что это за бросок, Андрюш? За одну руку. За пальцы. Поэтому бросками. Кидать. Кидать? Середине, середине. А, или правильно, туда чуть-чуть в уголочек. Еще раз. Молодец. Стоп. А в какой стойке ты сидишь? В какой стойке ты борешься? Да? Понял, да? А куда делаешь броски? Когда ты будешь бороться, значит, в ту сторону, куда ты делаешь броски, у тебя не получится бросок, ты его туда не делаешь. Хорошо. Закончили, заправились. Так, Артур ко мне, Даник к Саше. Ты будешь делать так, у Юли Саныча встанешь там, 30 отжиманий, приседаний, пресс. Потом подходишь ко мне. Или его просто говорит, Сергей Анатольевич, я сделал, я тебе там меняю. И следующий идет, а кто-то выходит. А что вы ушли с программы? Не уходите. Так. С кем будешь бороться? С ним, с ним, с ним. С ним? Значит, ты при бросках не имеешь права на него падать. Не имеешь падать раньше, чем он. То есть, ну, нужно подстраховать. Во-вторых, не работать до силы, то есть не ломать. Он может, потому что он меньше, а ты нет. Внимание, боремся. Значит, давайте так, без захвата ног, начало под дзюдо. Первая схватка, 2 минуты под дзюдо. Значит, еще раз, дзюдо. Бросок в стойке без захвата ног. Это удержание, ну, в паркере я буду поднимать сразу. Я буду посмотреть. 3-4 секунды нет ни к чему, то есть нет удержания ни на болевое, ни удушающее. Сразу буду говорить, встали в стойку, чтобы вы не обижались. Готовы? Ну и под дзюдо. Джимми! Юрий Александрович там засек, наверное. А, даже засекать не надо. Ну, 2 минуты засеки. Саня, взял и сожрался. Танцующий уже. Вот так. Это. Артур, делай быстрее, чтобы я тебе туда. Мне надо, чтобы ты немножко устал, и потом шел бороться. Не давай, Саня. Даник, не разговаривай. Бороться. Кэмпу, стойку. Отлично, это ипон. 4 балла. Стойку, Андрей. Сейчас. Все, все сделал? И отжимание, и приседание, и пресс? Да. Так, вперед к Саше. Даник, переходишь сюда. Миша, Мате, Даник вместо тебя. Ты идешь с Сашей бороться. Вот сейчас вроде бы твой капелин, но не знаю, может Андрея просто плохо видно было мне. По 30 раз все. Даник, сожрать. Да, я. Артур, сразу борись. Здравствуй, Маша. Маша, там есть одна девочка, зовут ее Настя. А ты хотела, чтобы она с Машей? А ты хотела? Ну что там сделаешь? Что?
под зубы, где нога? Между нос? Да. По самбо считается под зубы? Нет, нет. Под зубы, под зубы. Нет. Под зубы. Под зубы нет. Даник, ты борешься или разговариваешь? Партнер по самбо или под зубы? Все под зубы. Ставим стойку. Нет. Матей! Разогрелись? Нет. Внимание сюда. Стоп. Сейчас боремся по самбо. Где разрешено? Болевые на ноги, на руки, даже болевое. Удушающие. Удержание. Это не пол, только 4 балла. Броски 4 балла. 2 балла, 1 балл. Можно хватать за ноги. Мельницы делать. Удушающие делать то же самое. И спереди, как отсюда, по грэпплингу и под дзюдо сзади. Вопросы есть? Итак, чемпионат города. 2 минуты. Юрий Александрович, кто выиграл? Вы там садитесь и отдыхаете. Вперед. А если он сдался, то все или дальше? Да, все. Я сейчас вам подсоединяю. До победы. Победа – это удушающий, болевой или 20 баллов. Ну что, значит, на сегодня все, а надо было оставить. Хорошо? Там ничего, здесь ничего. Как ты борешься?
Тренировка прошла, ни одного броска не можете сделать. Так, приготовились? Ближе. Так, Катерин туда перешел, Даниил перешел сюда. Да, сюда. Какой он бросок делает? Через грудь. Поэтому если залез, сразу метай его, что он летел. Остановишься, постоишь немножко, все. Готовы? Миша, порвать его. И не надо бороться все время в парке. Стойки надо рвать. Время. Аджимент. Юрий Саныч, 2 минуты. Давай. Мельницу делай. Мельницу, Артур. Дай ему пояс, сделай мельницу. Кто ты согнулся, выпрямись. Выше захват. Выше захват правой. Еще выше. Еще выше. Еще делай заднюю. Задней подножкой его делай. Покажи, покажи, сделай. Покажи, сделай. Покажи и сделай. Давай, 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 делай, 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 делай. Вот, вот, правильно. Молодец. Выше, выше захват. Делай тут. Делай сзади. Дай мне стойку. Все в стойку. Стоп, стойку. Выше. Вон, стойку. Еще раз. Захват такой. Сюда делаешь. Бери, бери шею, держи. Аж, ага. Да, бери. Просто. Молодец, Саша. Делай бедро ему, Саня. Взял так захват, делай бедро ему. Бедри улетит. Бедри, бедри. Не отпускай. Бедри, Саня. Бедро. Ну, за него. Бедро он через грудь делает. Миша, стойку. Все там, все удержание есть, он уйти не может. Давай, Даня, проигрывай. Руку под мышку. Зачем такой захват, Саш? Под мышку, руку и бедри. Работаем. Что стоишь? Миша, давай работай. Двигайся, двигайся, рви захваты, делай. Миша, отдал захват, сорвать захват снова, да. Есть 2 балла, Артур. Кстати, удержание. Стойку. Время. Стойку. Заправились. Я не вижу бросков хороших, не вижу, чтобы ноги летели там. Еще раз, не смотрите на ноги, стойте прямо, берите хороший захват. Еще раз, работать надо, захват. Не ходите разговаривать. А соперника взял захват, сюда вывел, сюда вывел, сюда толкнул, сюда толкнул. Толкни, сорви захват, возьми захват, покажи прием. Не надо сразу лезть, посмотри, что он делает. Покажи ему раз, 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 он защищается, ты его раз в другую сторону. Бороться надо, вы стоите. Все время двигаться, все время в движении. Не бегать вокруг соперника, выводить его. Можно. Взяли соперника, сюда поведите, толкните его, сюда, сюда. Возьмите отсюда, вот сюда его, раз, подсечку, в эту сторону покажите. Все время двигайте. Приготовились, третья схватка. Отживаем. Иди, Шендри, на крыло. Мате, стоп. Что это за стойка? Это стойка, все. Если ты в любом учебнике не прочитаешь, это стойка, то только ты не читаешь. У него нет, у него стоять надо прямо. Он должен так стоять. Вот как ты стоишь, он должен стоять. Согнуть. Хочу. Стойку. Стойку. Я бросок за 4 минуты.
Да? Молодец. Только в стойке борется. Стоп, стоп. Скажи, какой бросок будешь делать? Какой? Ну, мне покажи без броска. Вот теперь смотри. Вот он взял, да? Вот он должен показать. Раз сюда бросок, чтобы он защитился. Раз, а потом только сюда, а потом только сюда. Вот ты должен его сюда бросить. Тогда, когда ты сюда бросаешь, ты ногу будешь сюда. Она же ногу будет сюда. Раз, пока. Защищайся. Как ты будешь защищаться? Вот это бедро сюда, вперед. Пока, поворачивайся ко мне сюда. Вот он защищает. Да, и вот сюда. Он отсюда пошел. Понимаешь? А ты стоишь снизу и хочешь ему сделать, да? Ставишь стойку! Хватит партии бороться по полчаса. Аджина! 3-4 секунды в стойку! Бросай, 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 Миша, до конца! Руку опустил! Стойку! Видишь, остановился и все! Руку к себе и дальше! 2 минуты! Стоп! Заправились. Миша, Саша, можешь побороться? Да. Да? Шендри отдыхает. Саша, сюда, Даник, к Артуру. На него не падает. Машенька, здесь плюс. Маша, скажи, пожалуйста, там девочки раздеваются? Нет. Или хулиганы там пьют, курят, какают? Ну так вот, я закрою еще сколько, как все, на понедельник, я проверяю в пятницу, закрыто, я закрываю, я даю туристбалку мальчикам, все. Да а что, что там, вот смотри, что там, грязь, я не знаю, блин, валяется все, блин, зашел девочка, называется, здравствуйте. Встали, еще раз, партери, 5 секунд. Бросил удержание, зафиксировал, все. Бросил, на болевой сел, да. Что вы по полчаса там и борете? Лежите и лежите, лежите и лежите. Пацаны, собрали. Все, Олимпийские игры. Готовы? Время. Стоп, стоп. Саш, перейди сюда, а ты перейди сюда. Готовы? Время! Не вижу. Активно бороться. Еще ниже встать. Дам стойку. Нет. 2 минуты. Еще 1 минута. Стоп. Встали. Усе.
всех ничья. У всех ничья. У них победа. Мама, тебя спрашивает кто-то что? Да. У всех ничья. Слушай, помолчи. Посмотри. Не сделай до конца бросок. Вот тебя Сузана 2 балла кинула. На вазайку бросил. Забирай, делай до конца. Итак, сейчас только в стойке боремся. Добровская, Golden Score называют. Помните?